Табаляк Артемий Арсланов с ранних лет мечтал надеть коньки, резать лед и забивать клюшкой шайбу. Любовь к спорту у юного спортсмена от папы. В детстве я смотрел по телевизору хоккей с папой. Привлек этот вид спорта. Ну да, успехи уже есть. Наша команда как бы уже на таком высоком уровне играет. И достижения тоже имеются. Хочу стать профессиональным хоккеистом, играть уже на взрослом уровне. В этом сезоне все составы «Ангелов Сибири» завоевали множество призовых кубков и медалей в общую копилку хоккейного клуба. Мы выступаем на соревнованиях первенства Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов. То есть выходим на новый уровень, выступаем довольно хорошо. У нас все команды занимают с первого по третье место, то есть постоянно в начале турнирной таблицы, и это здорово. Реализовать выезды в соседние регионы получилось благодаря гранту программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Это огромная помощь просто для местных ребят. То есть частичное полное финансирование. Это поможет развитию хоккея в городе Тобольске, увеличится набор маленьких детей. Не все родители могут это позволить, а ребенок не может просто сидеть, смотреть, завидовать, как люди играют в хорошей форме. А финансирование это им поможет. Сейчас ребята готовятся к последнему в этом сезоне выезду на соревнования в Нижневартовск. Там состоится первенство Уральского федерального округа. Затем спортсмены отправятся на каникулы. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.